Добрый день. Да, хорошо. Значит, смотрите, что мы сейчас с вами сделаем. Во-первых, чтобы у нас была, был, так сказать, чистый эксперимент, ну, я сейчас сделаю какой-нибудь новый товар, с которым мы будем работать, точнее говоря, готовую продукцию. Ну, давайте она у нас будет называться «Подставка для зонтов». Вот. И давайте мы с вами сделаем ресурсную спецификацию для этой самой подставки. Идем в производство ресурсной спецификации. Создаем новую ресурсную спецификацию. И эта самая ресурсная спецификация, так, подставка для зонтов, одна штука, ну и называться она у нас будет также подставка для зонтов. Ну, давайте я помечу, что это у нас будет версия 1. Зададим этап. Этап нам нужен. Поставлю C99, этап основной. Ну, давайте только дату я поставлю, скажем, 25-е, начало недели. Так, ну вот у нас спецификация. Я надеюсь, что вы заметили одну очень серьезную нелогичность, которая в этой спецификации есть. У меня на производство не тратится материал, у меня на производство не тратятся трудозатраты. То есть я как бы эту подставку для зонтов достаю как фокусник зайца из цилиндра. Вот. Но для наших задач в рамках данного вебинара это не столь принципиально, тем более, что, в принципе, ну, с заказом на производство это все-таки не совсем логично, да, когда у вас планирование идет, но, в принципе, можно работать и так. У вас, естественно, возникнут потом проблемы при закрытии периода, у вас будет производство по нулевой себестоимости, но с этим можно справиться другими способами. Вот. Но сейчас не о них. Вернусь к демонстрации. И давайте мы с вами, чтобы уж все было серьезно, создадим новый заказ на производство. И, как мы видим, да, действительно, этот вариант воспринимается программой как основной. Она его ставит в заказ на производство как спецификацию по умолчанию. Итак, мы с вами непосредственно подошли к первому варианту, первому параметру, который система учитывает при определении основной спецификации. Сейчас я скопирую ту спецификацию, которая у нас есть уже. Это будет V2 копия. Никаких изменений у нее не будет. Нажимаем «Записать и закрыть». Вот та же самая спецификация. Да? Давайте я ее введу. Там процесс есть. Установлю «Статус действует». И попробуем сделать то же самое. Значит, я еще раз удалю. И попробую добавить подставку для зонтов. Смотрим, что выбрано. Программа выбрала подставку для зонтов версия 2. И если мы посмотрим на перечень доступных спецификаций, мы видим, что подставка для зонтов здесь тоже есть.
Вот. Но программа считает ее менее приоритетной и использует следующую. Почему? Но ответ на этот вопрос очень простой. Вот, посмотрите сюда. Программа берет самую свежую спецификацию из всех, которые доступны. И, кстати говоря, если мы сейчас с вами посмотрим ресурсные спецификации и откроем вот эту вот первую нашу ресурсную спецификацию, мы увидим, что программа сразу же в спецификации говорит нам о том, что эта спецификация может быть вытеснена более приоритетными. Давайте посмотрим. Здесь мы можем посмотреть, какие, значит, спецификации у нас еще есть. Вот. Ну, мы к этому отчету еще будем с вами возвращаться. Итак, с первым параметром, я думаю, все понятно, и ни у кого никаких вопросов нету. Еще смотрит на более свежий код. Ну, здесь возможно, да. Возможно, я, честно говоря, вот этот вот момент не проверял. Вот, я не уверен, что там все дело в коде. Ну, да, в принципе, это тоже логично. Вот, но сейчас давайте мы с вами вернемся к демонстрации и посмотрим второй момент, который у нас может сработать. Скопирую снова вот эту вот самую подставку. И здесь я сделаю вот что. Значит, обратите внимание, у нас может спецификация быть создана на номенклатуру и характеристику, и на вид номенклатуры. Значит, ну, давайте я попробую сейчас сделать общую спецификацию на вид номенклатуры. Вид номенклатуры деревообработка. Ну, там в штуках. Вот, и поставлю V3. Устанавливаю статус. Так, устанавливаю статус действует. Устанавливаю статус действует. Ну, понятно, что здесь, в общем-то, эта спецификация ни о чем. И если мы делаем спецификацию на вид номенклатуры, ну, предполагается, что здесь у нас как-то что-то на что-то должно быть завязано. Но сейчас мы с вами этого делать не будем. Нас интересует возможность выбора. И давайте я вот сейчас вот так сделаю. Я эти спецификации переведу в статус разработки. Кстати, обратите внимание, как только я перевел в разработку версию 2, которая у нас была приоритетной, приоритетной стала версия 1. Так, в разработке. И попробуем посмотреть, как программа отреагирует. Обратите внимание, значит, программа среагировала совершенно верно. И поскольку у нас других вариантов нету, она поставила нам вот эту вот обобщенную спецификацию, которая на вид номенклатуры. Что будет, если я все-таки вот эти вот спецификации введу в действие? Ну, давайте сразу же откроем V3.
Здесь у нас никаких оговорок нету. Давайте попробуем посмотреть, что сделает программа при выборе. Ну, значит, вы видите, что она выбрала вид второй. Посмотрим доступные. Значит, в принципе, она нам вот эту вот спецификацию, версия 3, которая на вид номенклатуры, она показывает в качестве возможной для выбора, но при этом она у нее явно не приоритетная. Значит, вот вам второе правило, которое здесь будет действовать. При выборе из спецификации программа будет брать ту спецификацию, которая является самой точной, наиболее полно описывает продукцию, которую вы хотите произвести. Значит, и еще один момент. Давайте я сейчас еще одно изменение внесу. Вот эта вот спецификация у нас будет действовать с 27 числа. Что произойдет в этом случае? Что выбрала программа? Она выбрала, тем не менее, версия 2. То есть, вот это вот правило, которое предполагает точность описания готовой продукции, оно более приоритетно, чем правило, которое связано с датой. Несмотря на то, что у нас вот эта спецификация от 29 числа, как бы она самая свежая, тем не менее, вот эта вот спецификация от 27.10, она рассматривается как более приоритетная. Так. Ирина, я не совсем понял ваш вопрос. Где он не отображается? А, ну да. Ой, не люблю я этот режим. Ну, давайте. Значит, попробуем вот так вот сделать. Весь экран. Сейчас видите. Так, ну вот второй момент, который будет учтен при выборе. Третий момент, с ним немножечко сложнее. Давайте мы с вами обратим внимание вот на какую вещь. Так. Скопируем еще раз. И у нас здесь еще есть параметры назначения. Вот этот вот момент, он тоже будет учитываться. Давайте я сейчас сделаю вот что. Я введу в перечень подразделений. Так, структура предприятия. Я введу новое подразделение, которое будет называться тест спецификации. Так, оно будет производственным, и оно будет ответственно за выполнение заказов на производство, то есть это будет вот такое подразделение диспетчер. Так, иерархия, обойдемся.
Так, и создадим спецификацию версии 4. И укажем, что здесь у нас будет работать вот эта вот диспетчерская. Запустим в работу. И давайте посмотрим, что будет. Поставка для зонтов V2. Для программы ничего не изменилось. Более того, вот эту V4 она просто не видит. Давайте посмотрим еще раз. В ресурсных спецификациях. Нет, все правильно. У нас это спецификация действующая. Что будет, если мы поменяем подразделение диспетчер? Вот в этом случае программа в качестве приоритетной возьмет подставку версии 4. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что подставка версии 4, она не исключает возможность использования других спецификаций, но приоритетной будет именно это. Причем давайте мы с вами ради интереса сделаем следующее. Мы сделаем копию. И в этой копии мы поменяем дату. Дата у нас будет, скажем, ну вот 22-е. Поставили и посмотрим иерархию. Значит, как вы видите, у нас вот эта вот V5, она сейчас выглядит менее приоритетной, чем вот эта вот версия 1. Ну, давайте проверим следующим образом. Так. Стоит статус в разработке. И снова заполним заказ. Вот, несмотря на то, что она у нас стояла где-то здесь, это была только сортировка. Принадлежность к соответствующему варианту для назначения, она более приоритетна, чем дата. И попробуем это еще совместить с обобщенной спецификацией. Давайте я сейчас создам вот это вот, скопирую. Она у нас будет от 29 числа V6. Параметры назначения, тест спецификации. Так. И вот это вот я сниму.
То есть сейчас у нас есть три спецификации, которые не включают аналитику по подразделению диспетчеру, и одна спецификация с такой аналитикой, но это спецификация, обобщенная на вид номенклатуры. Как себя будет программа вести в этом случае? Понятно, да? То есть вот то, что касается дополнительных аналитик, которые мы указываем в ресурсные спецификации, это самый первый приоритет, который есть у программы. В первую очередь при выборе она будет смотреть вот на это. Причем, так, давайте я посмотрю, может там какие-то вопросы у вас? Нет, вопросов пока нету. Причем, значит, мы что еще можем сделать для того, чтобы поработать с вот этими параметрами назначения? Они настраиваемы. Мы можем в НСА администрирования, производства, так, вот, смотрите, использовать параметры назначения спецификации. Ну, понятно, что флажок включает эту функциональность, а если мы нажмем настройку, мы увидим, какие параметры будут использоваться. Мы, в принципе, можем что-то добавить. Ну, значит, пока здесь, там, вы видите, не очень большой перечень, то есть здесь уже как-то дорабатывать это все надо, но вот этот вариант направления деятельности, когда для разных направлений деятельности, скажем, направлением деятельности может быть гособоронзаказ, для разных направлений деятельности выбираются разные спецификации. Такой вариант, как вы видите, вполне возможен. Ну, вот смотрите, я сейчас вот это вот выберу. Да. Вот. И переоткрою ресурсную спецификацию. Видите, появился еще один параметр, который мы можем использовать. Вот. И, наверное, стоит показать еще один момент, который у нас может повлиять на ситуацию. У нас на закладке «Дополнительное» есть вот такой флажок. Исключить автоматический выбор в документах. Как вы видите, я не подключал те ресурсные спецификации. Как вы видите, сейчас программа выбирает шестую версию ресурсной спецификации. Давайте проведем еще один эксперимент. И посмотрим. Версия вторая. То есть из перечня выбора мы с помощью данной галочки просто эту ресурсную спецификацию убрали. Ну, вот такой вот механизм. Как я и говорил, у нас сегодня относительно непродолжительный вебинар. У нас достаточно простой вопрос на вебинар вынесен. Вот, поэтому сейчас мы можем уделить внимание вашим вопросам и пожеланиям. В чем хотели спросить, что хотели, хотели бы посмотреть. Автовыбор, что вы имеете в виду? Параметризацию ресурсных спецификаций. Ну, если вы именно об этом, то да, у нас есть вот такой вот функционал. Давайте я там перейду в ресурсные спецификации. У нас действительно есть вот такой вот функционал, который позволяет
выбор номенклатуры или выбор количества сделать автоматическим. Такой механизм используется в том случае, если вы используете... Так, ну, давайте, еще, чтобы было доступно. Используете в том случае, если у вас вид номенклатуры, на вид номенклатуры ресурсная спецификация настроена, или на номенклатуру в целом. То есть вы, ну вот здесь недоступно, да, у нас номенклатура без характеристик, но, значит, вы можете, скажем, сделать, например, ресурсную спецификацию, которая на журнальный столик в целом, а потом, значит, внутри будет выбираться правильная, скажем, краска, если у нас характеристика журнального столика соответствует цвету. Давайте я гляну. Так, автовыбор в спецификации, расчет по формуле. Ну, это полноценный новый вебинар, если честно. Вот, и, возможно, не один, потому что там еще есть довольно занятные формулы, которые в явном образе, которые... явным образом в системе не описываются. Вот. Я, в общем-то, такую шпаргалку по формулам, которые используют в спецификации, сделал. Вот. Ну, можем это разобрать, но это явно не на эти полчаса. Так, давайте сейчас я прочитаю все. Возможно ли переносить аналоги? Сейчас отвечу. Есть спецификация на список номенклатуры. Ее приоритет такой же, как на вид номенклатуры. Значит, по списку не скажу, но там, понимаете, в чем дело. В списке вы все равно основное изделие указываете. Поэтому там программа по нему считает. Так, можно, если смысл на одно изделие, сделать два вида спецификации. Первая с обеспечением обеспечить, а вторая спецификация с обеспечением произвести. Игорь, в некоторых случаях да. У нас был вебинар на эту тему. По плановой калькуляции. Вот плановую калькуляцию, она по-разному выглядит в зависимости от того, как выстраивается у вас ресурсная спецификация, в зависимости от обеспечения. Вот, вот под это часто делают такой дубль, то есть для плановой калькуляции используют одну, потом для производства другую. Так, по аналогам скажу, давайте мы тогда вот сейчас с этой темой поговорим. Вот, соответственно, то же самое для вида номенклатуры. Мы можем сделать одну спецификацию, потом с помощью вот этого подсчета по формулам эту и, ну, этот момент уточнить. Значит, вопрос автовыбора, он нужен для чего? С помощью автовыбора вы можете поставить в зависимость выбор того или иного материала, или там в разрезе номенклатуры, или в разрезе номенклатуры и характеристики, в зависимости от чего-то. Чаще всего это какой-то параметр, который есть в свойстве готовой продукции. То есть для того, чтобы вот это вот хорошо работало, вам, в принципе, надо очень тщательно разбираться с таким понятием. Давайте сейчас. С таким понятием, как дополнительные реквизиты. Вот, собственно говоря, по дополнительным реквизитам вы этот автовыбор и можете настроить. И второй момент, вот связанный с параметризацией, это момент расчета. Значит, если автовыбор – это вы определяете что, вот, то здесь вы определяете сколько.
И здесь же вы можете принять решение, будет ли это что-то вообще входить в итоговый этап производства. Ну, там вот, например, если вы видели задачи по производству вот на специалиста-консультанта, там такой вариант существует. То есть в каком-то случае у вас нулевое количество, там не используется лак для того, чтобы произвести мебель, в каком-то случае используется. Вот. И это тоже устанавливается здесь. Значит, формула может быть достаточно сложной, но вот здесь вот как раз вот прочие функции, они иногда требуют пояснений. Вот, соответственно, мы можем завязаться как на изделие, так и на какой-то материал. Вот, та же самая логика, она, в принципе, действует и для трудозатрат. Но это, еще раз говорю, это задача, в общем-то, вполне тянет на отдельный вебинар. Так, что касается аналогов. Что касается аналогов. Значит, посмотрите, пожалуйста, когда вы создаете разрешение на замену материалов, у вас есть вот такая графа действия, и действие у вас может быть по умолчанию по предприятию в целом, но вы точно так же можете распространить вот этот вот аналог на отдельное изделие или на отдельную спецификацию. Поэтому ответ на вопрос-то очень прост. По умолчанию аналог, он всеяден. То есть вы один раз разрешили поменять шило на мыло, и это означает, что в любой спецификации, абсолютно в любой, вы можете брать шило и менять его на мыло. Вот. Но вы можете ограничить действие этого правила. И если вы его, скажем, ограничите номенклатурой, то, соответственно, при производстве именно этой номенклатуры это и будет возможно для любой спецификации, которую вы используете. Если вы привяжете к спецификации, зададите такое ограничение, то, соответственно, оно будет работать только для этой спецификации. Значит, надо сказать, что вот этот вот механизм, он, ну, насколько я помню, в этой версии он немного глючит, там программа ошибку выдает, но в 2.5.7 там исправили уже, по-моему. Так, ну, если вопросов нету, спасибо за внимание. Как я и говорил, у нас сегодня вебинар относительно короткий получился. Но надеюсь, что полезный.